No, in he's the picture. Taking in video. Oh God. In the picture. In the video. And Alexei's hands. Listen, that's how our lives are now. И бабушка. Yeah. Поехали. Yes. Поехали. Самое интересное, я никто не учил, просто услышал и сыграл. Продвигается, правильно? А он каждый день играет? Оторвать невозможно от пианино. А? Оторвать невозможно от пианино. Ой, как хорошо. Это, Аркадий, пока страсть. Это хорошо. Не нужно. Почти попал. Видишь, как здорово с заказиком. Ну, почти. Play. Tan. Катюша, ну у тебя музыканты. Ты слушай, какая компания собралась. Здорово. Yes, that fits, right? Yeah, that's right. Okay, and there's simple chords. So. Start with simple chords. Exactly. Then everything all difficult. Ага. Keep going. Next. Сделан композитор. Композитор. Это все его сочинение. Балетмейстер, хореограф, солист, композитор. И все остальное. Все остальное. Скажите, все остальное еще не знает, но попробуем. Кто бы знал, тут такие концерты у вас. Вот именно. По средам. Да, я же говорю. Подожди, это мы еще не танцевали. I said, we're concerts here on Wednesdays. We should. Surprise. That's right. Next time you come, I bring the violin and we'll have a duo. That's right. Молодец. Alright, so that's more, so this one's more like a classical, so. Пора посылать уши на месте. Like more staccato. Киркорову посылать пора. Киркорову.
Киркорова посылать. Уши, уши, по крайней мере, у него на месте. Ну, хорошо. Слава Богу. Лучше, чем у меня. У меня никогда не было. Училище помаленьку. Ну, все мы разные, все разные. Нет, конечно. Но с годами, видишь, как? У вас сегодня праздник. Чего? Праздник сегодня. Я такая счастливая. Действительно, вот бывает человек счастливый, счастливый. А что еще надо человеку? Немного. Just to show. Small town on the border of Ukraine and Poland. Oh wow. Right.